чтобы я сейчас начинал править, ну, по порядочку у Сергея, посмотри. Типичное замечание, у вас, я сначала прямо без партнера покажу, вот такая работа, то есть вот. Надо добавить вот эти осевые усилия, как ударная техника, все то же самое, посмотрите. Я буквально, вот как удар кулаком, видите, удар кулаком снизу. Вот, то есть добавляется вот эта работа вокруг своей оси. А очень часто встречается вот такая работа. Вот, смотри, ага, вот, видите, нет вот этой плоскости, нет доворота, вот этого техники удара. Туй-шоу — это практически удары, посмотрите, вот, вот мои удары, можно прямо имитировать. Что снизу, что сверху, у меня все равно вот это, обходи руку, видите, вот. Первое вот это все сейчас посмотрите, подправляем, пожалуйста, и потом последовательно будем дальше идти. Смотрите, если разделить, вот вы научились дань туй-шоу делать, отдельно, от шаг под шаг вот это поучиться поделать. И потом добавляем. Раз, два. Раз, два. Важно только вот так сильно не разворачиваться. У меня чуть-чуть, очень маленький разворот. Очень маленький. Потом поделали другой рукой то же самое. Раз. Вторая рука вот здесь в уровне локтя. Вот, как пинтуй шили буквально, смотри. Вы на месте пока делаете или шагами? Шагами. Ну, неважно, или на месте, шагами, смотри, пинтуй шили в чистом виде, а здесь я столб взял, пинтуй шили, столб, то есть вот такое положение, о, можно остановиться, проверить, вот оно хищное, а ты стараешься вот перевести сюда, да, вот, ну, не очень сильно, телом, телом, давай с тобой поделаем, две дуры, фронтально прямо, вот, 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 видишь, о, я как будто хочу тебе вот так вот, войти сюда. Но не использую сейчас физическую силу. Раз, два. Вот я прямо тебе буду помогать. Ну, можно на месте, но не обязательно сразу шаги. Копье, щит. Копье, щит. Дальше вот как щит на руку надели. Вот. Копье, щит. Здесь немножко вперед, вниз, внутрь, назад, вверх, наружу. Плечо поднимается. Ну вот надо, да, не использовать все. Как шили, как пинтуй шили, вот связь базовой техники с этим, пожалуйста, потихонечку. Третий вариант. Партнер атакует нас, как в первом случае, две руки, фронтальные, фронтальные позиции, да? И я пока на месте, без шагов. Я могу перевести вот этот, мы первый раз делали, я переводил вправо от себя, наружу, так скажем, да? А второй вариант, я вовнутрь, в эту сторону перевожу. И оба раза у меня, посмотрите, у меня предплечье наклон или в эту сторону. Почему мы делаем? Чтобы рука соскальзывала, соскальзывала. Вот. И вот, когда он толкает, я перевел сюда. Ну, стоит нормально, прямо, да, да. Вот. Но единственное, чтобы продолжить, я не могу долго держать открытым правую часть. Поэтому я перебрасываю его вот таким образом. Вот таким образом. И потом делаю свою атаку. И теперь он тоже делает. Раз. Немножко разворачиваю носочек. Перекидываешь. Ладонь пальцами к себе. И свою атаку. И мы пошли по кругу. Раз. Перекинул. Раз. 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 Давай с тобой. Атака. Перекинул сюда, только атака, смотри, фронтально. То есть мы как прямо как пинтуй шили атакуем. Вот так, как пинтуй шили, выполняй. И с такой же без напряжения, так же мягко, пока я перебросил. Вот я перебрасываю и свою делаешь. Ты делаешь сейчас вот, вот такое. Со стопой вместе. Со стопа, стопа, стопа. Вот, винчуешь, да? О, видишь, перебросил. Ну, открыт бок, поэтому. Не-не-не, сейчас покажу. Вот. Вращаю вот, вот так, вот так, вот так, вот так. И вот ты закрутил полностью, теперь полностью раскручиваешь и сюда, двумя руками, тут-тут-тут, я. Смотри, как я перебрасываю, вот этим вращательным усилием. И тебя атакую. Чух. Ты перебрасываешь вот, вот этим, загогулиной. Все, делаем. Раз, два, раз, два, три. На меня пошел. Раз, два, раз, два. Три. Я сразу покажу, что мне сразу не нравится. Мне не нравится вот эта позиция, видите, прижатые руки. Конечно.
смотри, как у меня, как я ставлю руки, в любой, неважно, сверху, снизу, у меня везде вот расставлено. Нет вот таких позиций. Как в столбах, то есть это столбы движения. Вот. А еще у Андрея не так стабильно ноги, вот как то Сальвадору Дали нашему правили. То есть немножко руки, смотри, иногда разъединяются, то есть вместо вот такого движения у тебя получается вот такое. То есть руки иногда опережают ноги. Нужно здесь коснулся и сделал вот это усилие сзади. Когда ты занимался, нет? Гякуцуки. Гякуцуки. А назад ойцуки. И упрощенно, без вращения. Вот. Мы с Ириной утром работали. Попробуйте сейчас вот эту координацию. Стоп. Вот что мне не нравится. Должно быть. О, контроль. Контроль. Очень часто у начинающих соскальзывает, и вы начинаете ладошками работать. А нам нужно вот в эту позицию. Она контролирует. Давайте попробуем. Прямо залезайте туда. Плечо поднимается. Видите, еще один вариант. У нас должно быть, да, вот когда вы вперед толкаете, у вас полностью фронтальная позиция. Не вот так, это разненная. Вот, две руки пентушили в чистом виде. Здесь чуть-чуть развернулись, и посмотрите, я не рукой, а, опа, видите, телом. Телом перекидываю, телом сюда. Раз. Телом отвожу. И здесь каждый раз я доминирую ладонью. Вот у него какая сейчас ошибочка, тоже часто встречается. У вас очень много усилия в сторону. И поэтому, если такое усилие, давай сильно такое усилие, я дам ему соскочить и атаковать, у него улетит. Здесь не надо равномерно. Вот у меня вот это усилие ровно столько, чтобы отвести. Все, мягкое, мягкое. И рукой не давлю. Оно мимо уже прошел. То есть я разложил, я вверх немножко, нарастал все усилия, вот так, вот так. И почему плечи еще устают? Вы делаете вот так, локоть задирается, и за ним плечо. Старайтесь, чтобы вот как мы пентушили. Вот когда нет, плечи устали, можно по одному поделать. Видите, у меня локти тянутся вниз, плечи, вот. Вот эти попробуйте подправить вещи. Уже заранее шугаются.